Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам интересно, какое? Привет, ребята! О, добрый вечер, мальчики и девочки! Кажется, я знаю, что произошло. Ты выиграла школьную олимпиаду, правильно? Правильно! И за это мама и папа купят мне щенка. Я же о нем всю жизнь мечтала! Ой, да прямо всю жизнь! Конечно! Да ты посмотри, какие красивые бывают эти щенки! Это порода померанский шпиц! Действительно, просто загляденье! У моей подружки такой щенок, его Принц зовут. Постоянно придумывает какие-то трюки, чтобы получить что-нибудь вкусненькое со стола. Такой забавный! Вот и я о том же. Знаешь, пришлось все повадки этой породы выучить, что они любят, как с ними гулять и дрессировать, чтобы убедить родителей. Ну тогда, ходячая энциклопедия, поделись с нами своими знаниями. Ой, и не уговаривай. Померанский шпиц любит, чтобы семья, в которой он находится, была большая и дружная. А у нас... именно такая семья. Он приспосабливается к каждому члену семьи. Ты права. Он легко выполняет команды хозяина, весело играя с детками и гуляя с бабушкой. Вот именно. А еще что самое приятное. Если хозяин сова, то он дает ему поспать. Не будет. А если жаворонок, то может встать и пораньше. Замечательный песик. А еще он любит гулять, пробежаться по травке, поплавать и купаться в снегу. Это его самое любимое занятие. А еще я читала, что это очень умная порода, и их легко дрессировать. Ты читала, а я видел. Знаешь, какой Принц умный? Он не только все команды хозяина знает, он сам и газеты приносит, и тапочки, ну и придумывает разные проказы. Дима, скажи, пожалуйста, а ухаживать за ним несложно? Ну, как сказать? Любому щенку с такой длинной шерстью нужно внимание. Расчесывать, обрезать вовремя ногти. Ну, и кормить правильной едой. Ой, мы еще не выбрали щенка, а я его уже люблю. В следующий раз принесешь его фотографии? А как же? Я его сфотографирую в парке со всей семьей. Тогда ждем. А сейчас мультик, ребята. Замечательный мультик. А давай... завтра покажем ребятам мультик про щенков. Ой, давай это завтра решим. Сейчас уже пора прощаться с ребятами. Подушки уже ждут нас. Ребята, если вы решили завести себе четвероногого друга, узнайте все о его породе, о характере, как и чем его кормить. И не забудьте посоветоваться с родителями. И только тогда принимайте решение. Спокойной ночи вам, ребята. Сладких снов. Пусть вам приснится маленький забавный щеночек. Цветные сны.